Здравствуйте, я рад вас всех приветствовать, мои дорогие. В этом видео я, как профессионал своего дела, по многочисленным просьбам изготовлю мощнейшее средство для рыбной ловли. Подойдет для рыбалки, начиная уже с весны и заканчивая серединой осени. Кстати, спасибо вам за вашу поддержку, лайки, комментарии и также подписку на канал. В этом видео я раскрою вам свой личный рецепт приготовления превосходной рабочей, достаточно мощной добавки для рыбной ловли. Готовится она вся полностью из натуральных компонентов. Да, рецепт это лично мой, проверенный неоднократно. Компоненты все доступные, ничего покупать тут не надо, ничего мы в этом видео не рекламируем. Исключительно готовим своими руками. Я подготовил емкость можно взять абсолютно любую, которая только у вас есть, понадобится, чтобы вместилось 50 мл. Здесь немного с запасом, я заранее подготовил, чтобы хорошо было тщательно размешать, и чтобы там добавка чувствовалась прекрасно до момента рыбалки. Используйте данный аттрактант только впрок. Перелов рыбы, который у вас будет, отпускайте, лишнюю рыбу брать не нужно. Но, конечно, в каждом регионе свои рамки перелова. Так что, прежде всего, обращайте на это внимание. Ловить нужно только то, что положено. Впрочем, чего болтать, нужно уже начинать готовить. Тем более, что рецепт очень быстрый и простой. Поэтому это видео не затянутое, достаточно короткое. Я его специально не затягиваю на 10, на 15 или же на 20 минут, как делают большинство людей. Как видите, у меня все видео на канале достаточно короткие. Я не гонюсь за продолжительностью видео. Для меня главное рассказать важную информацию в пару минут и за пару минут также приготовить сильнейшую добавку для рыбалки на пользу обществу, на пользу людям. Приступаем к приготовлению. Как я уже говорил, объем я делаю 50 мл обычное масло. В него выдавливаю 2-3 зубчика чеснока. Раздавленный чеснок я также помещаю в емкость. И также теперь в эту емкость я добавлю масло следующее, которое очень здесь необходимо, так как это очень профессиональная масляная добавка. Это также чайная ложка кокосового масла. Кокосовое масло это пищевое. Итак, когда у нас здесь есть кокосовое масло и чеснок, закрываю флакон и тщательно взбалтываю. Вот видите, что происходит. Кокосовое масло, оно постепенно в подсолнечном масле растворится. Если сразу же открыть, понюхать, это безумно вкуснейшая добавка, пахнет кокосом и чесноком. На этот запах, на такое масло реагирует абсолютно вся мирная рыба положительно. То есть даже при плохой погоде рыба отлично клюет и ловится. Кокос и чеснок — еще один аттрактант, уникальный, можно сказать, где совместились два компонента, такие как натуральный кокос и натуральный чеснок. Хранится в течение нескольких месяцев до полугода без проблем, так же как обычное масло. Спасибо вам за просмотр, ваши лайки, подписку на канал. До скорых встреч!